Так, но я залетаю на минуте тогда, чтобы еще привлечь народ. Поднимаем их. О боже. А, я накаркал. Игорь, заткнись. Что, кто ты вообще? Всем привет, друзья, с вами снова Чизбургер. Добро пожаловать на разумные ставки CSGO. Сегодня мы поиграем на сайте lightbet.ru. В гостях с нами Зервак. Привет, Зервак. Всем привет. Давайте же начнем делать ставочки. Итак, для начала я решил закинуть 18 кейсиков. Это примерно у нас на 36 рублей, где-то так. Вот, и у нас еще останется ровно 2 слота, чтобы можно было залететь с какими-то более большими вкусняшками. Так, нам пришел трейд, мы его отправляем. Ну, ты, короче, начинай, а я залечу, как обычно, в середине. Да, сейчас мы делаем такой лайтовенький депозит, выносим в размере 18 кейсов. Предыдущая ставка у нас была ровно на 1999 рублей. Победил чел, который больше всех закинул. Поздравляем его. Так. Я отправил кейсики, и они у нас не приходят. Но мы не волнуемся, мы знаем, что делать. Мы сразу же отправляем следующий трейд. В нем у нас будет лежать... Так, давайте вот этот вот юсп. И нет, одну вещь. Там еще хватило одно место. Чё-то пока никто не слетает. Вот, я первый в очереди, кстати. Так, давайте посмотрим. Сейчас мы должны залететь с 18 кейсами. Да, все, мы залетели. Тём, готовь что-нибудь. Что у меня такое? Готово, но у меня мощно. Мощно? Да. Я думал, сейчас может все-таки кто-то залетит, а что-то как-то неактивненько пока. Ну, может, только разогревается. Люди такие смотрят. О, пришел чизбургер, сейчас мы его накажем. Так, ну я тогда отправлю юспик. Если он успеет залететь, будет здорово. Ну, я отправил на 40 рублей, надеюсь, успеет слететь. Я третий в очереди. Блин, затопили. Затопили. И тут еще очень много народу не успело залететь. Да, такие как я. Ну, ладно. 28%, ставочка 125 рублей. Лайтовенькая такая, небольшая. Ну, ничего, это только разогрев. Дальше у нас будет очень много вкусняшек. Ай-яй-яй, пролетел, жалко. Ну, ладно. 125 рублей это... Малая сумма. Да. Нас волнует более больше суммы. Ничего, отыграемся, да, Тём? Отыграемся. Конечно. Так. Кстати, ребят, спасибо большое всем, кто скидывает всякие вещи мне. Большое вам спасибо. Так, вот у нас уже 64 рубля. Сейчас мы должны... О, я в очереди первый. Кстати, помните эту аватарку? Братюни, который выиграл 1999 рублей. Принимаю вызов. О боже, ну и аватарочка. Хорошо, 200 рублей. Значит, смотрите, я сейчас закину статрек 5-7 обезьянье дело за 325 рублей, 35 копеек. Я эмку, короче, закину. И... Страж. Да. Немного поношенный, с четырьмя наклейками. Да. Ох, только бы не прокакать я. Все, 5-7 ну, как получится. Ну да, тут как получится уже, как повезет. Кстати, у меня 18%. Неплохо. Чётенько так. Я отправил 5-7, но он, судя по всему, не летит из-за того, что сейчас очень много народу пытается отправить. Давайте немножечко подождем, а пока... Ты думаешь, очень большая очередь? Ну, не знаю. Ну, обычно так бывает, когда твой депозит долго не летит. Это означает, что что-то там происходит. Что-то там затишье перед бурей, так сказать. Вот прям вот реально можно так назвать. Ждем, значит. Если что. Вот, я первый в очереди. Подождем. Все, я залетел. Так, ну я отправляю свой трейдик. С эмочкой, да? Да. Я, если что, Gold Deagle приготовил. Отлично. Так, остается у нас до конца 45 секунд. У нас 66-67%. На сайте сейчас 56 человек. Неплохо. Так. Давайте же посмотрим. Что же сейчас произойдет? 25 секунд остается. Тём, ты отправил трейд? Да. Но что-то он пока не летит.
это что-то пока не летит. Задержечки у нас такие небольшие. О, ваше предложение у меня принято в очереди. Четвертый, блин. Четвертый? Да. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Тёма, залетай. Я думаю, 99. О, залетел. Фух, хорош. Ой-ой-ой-ой-ой. Лол. Он два трейда отправил. Кулачки. Кулачки. 40%. Давайте. Марш. Фух. 1900 рублей, наконец. Хорош. Круто. Да. 1900 рублей. Вот так это. Вот так надо тащить. Изи. Значит, мы подняли. Five Sun Parish на закалка, по 2000 огненный элементаль и, по-моему, по 250 роспись, если не ошибаюсь. Продолжаем, как обычно, после того, как примем трейды. Ну и все, мы, в принципе, готовы. У этой ставочки у нас не 430 рублей, побеждает братюню с 46%. Ну а мы, пожалуй, не будем мелочиться и начнем по-крупному. 325 рублей, статрек Five Sun, обезьянье дело. Погнали! Погнали. Артём у нас готовит вапку Кортисера. Все, я отправил. О, да. Через мобильный аутентификатор. Ждем ответа от сайта. Так, а пока что можно сразу же для подстраховки приготовить, ну, даже не знаю. Ну, давайте P2000, который мы выиграли за 500 рублей. Думаю, будет самое то. Так, ждем. Да, скорее всего сейчас Steam лагает, потому что Артём долго пытался отправить трейд. Так, ну все, мы залетели. И... Так, странно как-то было. Я, короче, был первый в очереди. Предложение принялось, а потом написали, что я второй в очереди. И все. 98% вставляет. Пока ждем. Пока ждем. Ждем наших клиентов. Да, которые захотят с нами посоревноваться. Что тут пишет о сайте? Все как обычно. Так, ну я залетаю на минуте тогда, чтобы еще привлечь народ. И может эмочку подготовить на всякий случай, чтобы было. Да, лучше подготовлю, потому что фиг знает реально, что может быть. Потому что сейчас могут увидеть... Твой 5-7. И это их очень заинтересует. Ну да, но потому что правильно, если ты начинаешь вначале с большой ставки, то и, соответственно, будут лить. Чтобы перетопить. Я вот даже не знаю. По-моему, стоит отправить сейчас, чтобы оно успело, если что, залететь. Короче, я отправлю сейчас на всякий случай. А вапку? Да. Хорошо, я отправляю по 2000. Чем себе все в комиссии цепили. Да не, ну три скина, я думаю, они все останутся. Вы в очереди один. Как ты так быстро залетел? Ну, я говорю, никого нету. Пока что-то. Я отправил по 2000, и него пока что ни слуха, ни духа. Все нас боятся. Один Нео, имея шанс меньше процентов, будет пытаться... Прикинь, отберет. Ну, прикинь. Так, 30 секунд остается до конца. И мы понятия не имеем, что сейчас произойдет. Я второй в очереди. Опа! Опа, опа, опа! Отлично. Вот как конкурент нашелся. О, татуировка дракона прямо с завода. 520 рублей. Блин, он кинул какой-то пистолет. Да нет, Тём, это пистолет из Браво коллекции. Ты чё? Там, если из него крафтить, его из него можно скрафтить АК, поверхностная закалка. А из поверхностной закалки, ну, из нее никто не скрафтит, конечно. Из дигла гипнотического крафтят. Ну да. А вапку? Поверхностную закалку больше, самый дорогой скин в истории. Ну да, если Blue Gem, тогда да. Блин, что-то мне кажется, сейчас тоже будет залетать. Да не дай бог. Да. Чего-то не хочется. Так, у нас с Артёмом 68%. 68,49. Давай! Давай, начинайся. Боже, я накаркал. Игорь, заткнись. Что кто-то залетит.
Господи, опять. Блин, надо было залетать. Я уж подумал, что это только залетел и все. Ёшка-матрёшка, 2700 банк. Но у нас нормальный все равно еще процент. Да сейчас еще кто-то залетит, а все пойдет. Да помолчи ты. Что ж такое? Вот реально, вот смотрите, ребят, вот эта надпись принимается последние ставки из очереди в данную игру. Сейчас реально работает. Все, походу, кто отправили трейды, они сейчас пытаются попасть в эту игру. Ну, наконец-то рулеточка понеслась. Ух ты! Банк 2700 рублей. У нас с Артёмом шансов 45% и... Давай. Нет. Блин, да меня капелюшку. Нет, да, у меня тоже что-то следующий прям. Сколько мы уже, получается, ставок сделали? Три. Ну, ребята, думаю, на этом закончим. Предыдущую ставочку мы успешно затащили. Здесь особо в минус не ушли, но все же. Ребята, на этом, ребята, тогда все. Закончим. С вами был Чизбергер и Зервак. Удачи. А также заходим на сайт lightbet.ru и ставим вместе с нами. Всем пока.